В Жамбылской области сельчане требуют вернуть их детей в школу. 900 учеников вынуждены заниматься, как придется. Родители жалуются, что у ребят нет положенного времени на обед, не хватает парт. Из-за затянувшегося ремонта учебного заведения их разместили в здании колледжа. Образование сейчас на нуле. Дети ходят из кабинета в кабинет. До столовой дойти даже не успевают за 5 минут перерыва. Там теснота такая, студенты рядом. Нашу школу до сих пор не отремонтировали. Дети вынуждены в колледже учиться, как студенты. Куда смотрит Аким области? Кто должен контролировать работу школ? Учеников школы-гимназии района Турара Рыскулова переселили в здание местного колледжа еще в сентябре. Гимназистам выделили 2 верхних этажа. Но там, говорят родители, нет условий. По словам возмущенных взрослых, звонки идут по общему расписанию, обеды стали недоступны, а ученики сидят за партами по несколько человек. И все это, уверены родители, из-за чиновников, которые не успели подготовить школу к началу учебного года. В отделе образования вину возложили на подрядчика. Мол, он затянул сроки, и поторопить его теперь никак не получается. Капитальный ремонт идет медленно. По качеству и по факту опоздания мы не раз обращались в различные инстанции. В итоге мы собрали документы, подали в районы Акимат и ГАСК. Они, в свою очередь, отправили дело в суд, который должен поставить точку.